Привет, народ! И я решил добавить вебку, потому что это страшная игра. Ну, как бы она должна быть страшная, просто не очень пугливой. Я даже не знаю, может свет... Хотя нет, я не хочу отключать свет, потому что тогда у меня от экрана глаза устают и все такое. В любом случае, ребят, вышел DLC, причем долго не выходил. В октябре игра вышла, и только через 4 месяца дополнения. У Shadow of Mordor получилось лучше. У них через 4 месяца уже выходил четвертый, или бог знает какой. На самом деле, к Shadow of Mordor вышло, ну, крупных дополнений всего лишь 3, а помельче вышло ту его куча. И за сезон пасс они у меня все загружаются там. В общем, у меня есть все, и по большей с ним бесполезные, ну ладно. Загружаем и контент, заходим, загружаем контент, и что мы видим? Задай assignment. Детектив Джулия Кидман попадает в глубины Стима, где она должна не только выполнить задание по устройству самой великой распродажи в Стиме за всю историю Стима, но и справиться с Рубиком и своими собственными демонами. Ну, суть в том, что Гейб вообще не при делах, Far Cry 3 не будет, а мы будем играть в интересную игру. Игру! Я думал озвучивать одного из демонов в этой игре, кстати. Меня приглашали 1С Club озвучить одного из демонов, но потом они сказали, что... Я это все выдумал, ребят, серьезно. Я это выдумал. Кому я нужен, а? Давайте, все вперед. Если вас заметили враги... Я слишком крут, чтобы меня заметили, вы издеваетесь. Это загрузочный экран был? Серьезно? Так быстро? Прогресс. Мне нравится. Уже. Знаете, я ненавижу загрузочные экраны. Их никто не любит. The Evil Within. The Assignment. Или Задание. Очень изобретательное название, конечно, для дополнения. Называется Задание. Идем играть. Я играю на ПК, ребят. Предупреждаю. Я играю на ПК, но с контроллером в руках. И тут отдельное меню даже имеется. Посмотрите, как круто. Интересно, вот такое, что все так же настроено. У меня вот настройки моего графена. Можете посмотреть. У меня отключен режим Блэта боксинга, у меня не должно быть вот этих черных полос, но хрен его знает, будут черные полосы, ну, пусть, начать новую игру, давайте. Я, ну, может, чуть-чуть поярче, чтобы, ну, немножечко, чисто, чтобы было видно. Полосы почему-то не исчезают, ну, ладно. Ну, первое задание, присяга, ищите ловушки, бутылки, другие способы отвлечь внимание врагов. О, загрузочная полоса. Японцы очень любят всякие полоски, загрузочные полоски. Ой-ой-ой, там тварь будет. И полоски здоровья. Черт, как же, я реально ждал это дополнение. Они существовали вместе, но видели каждое свое. Как будто сознание пациентов заполняло пробелы, создавая собственную реальность. Лабораторные заметки. Опыт 716 АКС. Доктор Марсело Хименес. Do you stand with Mobius? I do. I made my choice. Эпизод первый, присяга. А, нет, полосы ушли. Правда, знаете, мне не нравится. Честно говоря, мне с полосами больше нравится. Как-то без полос все выглядит немного слишком... Слишком много информации, ребят, на экране. Кстати, у меня сейчас 45-50 FPS на максимальных настройках. Я считаю, это неплохо, потому что игра выглядит... Может, ну, графически, может, не идеально, но некоторые элементы в ней очень даже кинематографичны. Например, труп лошади. Я бы на поняшке хотел бы кататься, а вы меня... Вспоминать будем управление. Fine.
Detective skips and creeps up. Shit! С каких-то пор эти зомби научились разговаривать. Shit. I've got to get out of here. О, рубашка запачкалась кровью. Я просто, не знаете, я думал сейчас претензию сделать, типа, ахаха, рубашка-то кровью не запачкала. Так, это удар. Это пригнуться, я просто вспоминаю управление. Потому что про него здесь никто не напоминает. Не напоминает. Сзади никто не гонится. Сверху кто-то есть. Что-то игра меня пугает. Leslie. Leslie Withers. I'm sorry? Kid, I need you focused. I need your attention. This is a serious matter. Everything we do is a serious matter. I'm ready. I'm ready. I'd like to think so, but conviction must be proven with action. As I was saying, your target is Leslie Withers. He's a patient at Beacon Mental Hospital. But he's something more. Simply put, we need him to run our STEM system. Without this asset, our research will mean nothing. I don't understand. We own Beacon. Why not just take him? Our relationship with his advisor, Marcelo Jimenez, has become rather strained. The boy is a leverage piece. Jimenez plans to activate a STEM prototype at Beacon without our permission. Obviously, that's unsuitable. Have no illusions. It will be dangerous. Come, take a walk. The nurses are waiting. О, котяшка. Ну это японская игра, куда же без котяшки? Ну какая крутая котяшка. Hey there. Все бы они были такими дружелюбными. О, на ней это котяшка сохранения? Круто. Да, видимо, это реально котяшка сохранения. Тут особо ничего нет, но мне нравится, вот знаете, это освещение, и все очень-очень интересно. Японцы для меня это вообще мастера своего дела. Они, у них самые красивые игры и аниме. Знаете, аниме трогает меня намного больше тех же фильмов. Вот идешь в кино, и знаете, для меня всякие эти кинотеатры, они просто похожи один на другой. Эти фильмы уже, вот реально идешь в кинотеатр, смотреть нечего, понимаете? Я редко что-то попадается стоящее. А аниме как-то смотришь, и знаете, что-то в нем всегда есть.
Я не знаю, иду ли я в правильном направлении или же нет, не написано. Давайте разгонимся. По выносливости эти люди напоминают мне меня. Я тоже так вот недолго бег. Хотя нет, даже я могу дольше пробежать, серьезно. Это напоминает мне очередь, похоже на британское метро. But as a precaution, we've prepared an infusion to prevent contamination. Like a vaccine? To protect me? More accurately, to hide you. We developed STAT, but there is a ghost in the system. Something we call Ruvik. It means to keep us out. This infusion should protect you to some extent. Конечно же, оно не сможет меня защитить. Why send me alone? You won't be alone. You'll be with your team from KPD. You'll get a call on the radio reporting an incident at Beacon. Everything will be arranged. But their consequences of little value. In regards to your mission, they're expendable. Понятно, почему она так себя вела. Это много объясняет. Come, sit down. We must have that boy. He will enable us to change everything. I'll come back with him. I needn't remind you the consequences for failure. Loyalty is a sensitive subject for us. Trust is such a valued commodity in today's world. So once again, I ask you, do you stand with Mobius? I do. I made my choice. Now you must back up your words with actions. Do not waver. Now I'm going to count down, and when I'm finished, I'll ask you a series of questions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now I'd like to ask you some questions. Have you ever felt abandoned by the ones you trusted? Слишком приятно. Никогда бы не хотел, чтобы во мне такая иголочка побывала. Хочу осмотреть местность, нет ничего интересного. Мне стрёмно, давайте мы и другие места осмотрим, я не хочу сразу, скажем так, бросаться врагам на голову. Тут все перекрыто, это метро до сих пор. Очень похоже на то место, где мы уснули, но оно не совсем оно.
What's going on? Why are you doing now? Так, надо быть осторожным. Чувствую, здесь не все будут дружелюбны. Кстати, все воспоминания, потому что лица размыты. Интересно, стрелять придется в этом DLC или нет? Чисто вот из интереса. Я не против, знаете, я бы даже был рад, если стрелять бы не пришлось, и все... Если бы все DLC было основано на изучении местности и просто на хорроре, скажем так. Естественно, эта дверь тоже за что-то физический этаж, офисный район, ресепшн, ладно. Все просто отлично. Сюда заглянем. Ничего не понятно. Спокойно. Блин, все ведь было хорошо. Залез в вентилятор. Oh, shit. What could have done this? А у вас тут круто. I'm afraid that the fragile mental states of the subjects are limiting our studies. Mobius wants us to move past beacon patients and onto more stable people. They want to get STEM closer to its intended use. Would they see the world in the same way? Would a sane mind weather the psychically draining experience? I had that dream again. I entered the STEM myself. Так, сам попал в... Да, это не очень хорошо, когда доктор лезет в STEM. Используя неукрытие. Так, заглянуть за угол, прячь за углами и за невысокими препятствиями. Можете красться вдоль стен, заглядывать за углы и потом хорошо. Я особо много не комментирую, как вы могли заметить, потому что... окликнуть врага. Я особо не комментирую, потому что я сосредоточен, скажем так, на процессе, на игровом, который довольно-таки интересный.
Это была плохая идея драться ножом. Или каким, каким ножом? Ногой. Потому что меня ранили. Так, запись мы уже подбирали. Мне стрёмно приманивать врага, потому что она заметит, что я здесь. Да, укрываться здесь тяжело. Что-то хватает ума огибать. При этом я бежать не, не могу. Это большой недостаток этой игры, что бежать, по сути, здесь можно очень мало. Блин, я не уверен, что я смогу как-то тут пройти. Прикол в том, что пока я ухожу от этой твари, она как бы более-менее... Over here. Over here. Черт. Все-таки с оружием было проще. Потому что я не могу даже перекатываться из укрытия к укрытию. В этом проблема большая, что... Как бы даже подозвав эту тварь, я в итоге-то уйти от нее не смогу. Причем тут развернуться негде. Было бы тут место для обхода. Было бы другое дело. А так тут обходить некуда. Видите, вот здесь я реально просто застрял. В этом плане, что как бы обходить просто некуда. Вот она меня все равно замечает. Я мне здесь некто, негде просто. Че, какая тварь меня нашла. Это не засовывал туда, кстати говоря. Фух, еле-еле. Блин, еще бы знать, как ты взламываешься. А, тут знать ничего не надо. Вот. А, в обратном порядке, ладно. Да блин, я случайно девятку нажал. Скакануло. Кусочек записки. Первый фрагмент письма, ничего не разобрать. Я понимаю, стрелять в этой... Именно здесь не... пока что нельзя. Это бы все упростило. Так, там еще тварь. Конечно, мне нравилось, как их не было. Или как они за вольерами, как обезьяны сидят. Это настолько намного лучше. Продолжим мы, кстати, в следующей части, ребят. Спасибо за просмотр. И до следующей серии. Пока!